Все знают про цифровые магазины App Store и Google Play. Но есть ли другие площадки или два гиганта захватили наши телефоны? Ответ на этот вопрос нашел... Мобильный Уэс, мобильный Уэс, Гугла аналог вам принес. Сейчас покажет годноту, бетки, экзы и красоту. Так-то, ну жги же мобильный Уэс. Ну ничего себе! Поздравьте меня! Впервые выпуск мобильного ОС имеет актуальную новостную подвязку. Только, значит, в начале июля появилась инфа, что Европарламент одобрил закон, по которому Apple и Google придется разрешить установку приложений сторонних магазинов, и вот, оперативно, всего лишь через месяц, я тут как тут с выпуском. Буду рассказывать об альтернативной площадке для установки игр, а именно о китайском магазине TapTap. Кстати, я им уже пользовался, когда рассказывал в выпуске о Devil May Cry. Никаких разговоров об устройстве площадки, о всяких фишках я вести не буду. Меня интересуют игры и только игры. А в этом сторе их есть следующие варианты. Привычные развлекухи, которые также доступны в Apple и Google. Ранние версии приложений, для которых запускают открытые тестирования, и которые почти всегда проходят мимо двух гигантов. И, конечно, куда уж без эксклюзивных игр. Заинтересованы? Тогда бегите за кофе, попутно хватайте пауэрбэнк, жду буквально пару сек. 3, 2, 1, поехали! Итак, варианты использования стороннего стора я назвал. Начну видос с первого. Игры, которые также есть во всяких Google Play и App Store. То есть, по сути, сторонний магазин может полностью спокойно заменить привычную площадку. Тем более, принцип установки игр не меняется ни капли. Качаете приложеньку, заходите в нужный аккаунт и вперед. Я таким образом проверил сразу несколько игр. Первой была ММОшка от корейцев из Netmarble, Ni no Kuni Cross Worlds. Одна из главных фишек игры — офигенная картинка, за которую отвечала студия Ghibli. Вместе с кайфовой анимацией, особенно в катсценах, смотреть на Cross Worlds хочется не отрываясь. А в целом интересный сюжет играет этому только на руку. В Ni no Kuni персонажи через какой-то VR-ный анимус попадают в фэнтезийный мир, где приходится расхлебывать типичную героическую кашу. Добавляет кека сюжету то, что NPC вокруг не выкупает, почему некоторые члены общества называют себя игроками и творят всякую дичь. Но в остальном Ni no Kuni — это типичная ММОшка, коих на смартфоны миллионы. Есть герои с разными специализациями, автобой, автобег, гриндволы после 3-4 десятков левелов. Куча всяких валют, пэтов, транспорта, оружия, шмоток, левелов, редкости, боссов, данжей и так далее и тому подобное. Поэтому играть или не играть решайте сами. Я слышал, что тут даже можно жить без доната, но тогда игра поддушивает автогриндом и перепрохождением крупных активностей. Штука на любителя. Но я все же советую вам поставить Cross Worlds ради начальных часов, красивой картинки и неперебитой гриндом сюжетки. А вот эта игра, хоть и тоже спокойно доступна в Google Play, в TapTap я смог скачать ее на пару суток раньше релиза. Встречаете диснеевскую Mirrorverse, ну или зеркальную вселенную. По сюжету в мире мультиков стали появляться жуткие монстры и исковерканные версии известных персонажей. Кучка положительных героев, включая Рапунцель, Микки Мауса, Джека Воробья и прочих, разбирается с напастью. В рекламах эту игру пиарят как экшен-РПГ, но чё-то это пипец как громко, конечно. На деле это скорее такой автобатлер с гачей. Надираешь нескольким волнам противника в зад, побеждаешь босса и дуешь на следующий уровень. Ну и всякие отдельные данжи есть для гринда ресурсов. Гачи же ты тут выбиваешь героев, и затем начинаешь вливать в них какую-то безумную кучу очков для повышения характеристик, уровней, прокачки способностей, короче, гриндить не перегриндить. Создатели явно имеют виды на ваше время и кошелек. Однако поначалу вливаться в Mirrorverse очень легко и ненапряжно. И энергии щедро наваливают, и расходников, и пул героев знатно так расширяется буквально за считанные десятки минут. Я позалипал в проект не без удовольствия. Очень кайфово открывать персонажей, потому что ты их всех знаешь, и интересно, как знакомые лица видоизменили под эту игру. Ну и как не захотеть чистить рыло мистером Исключительным или Салли? А еще, мне кажется, ни одна другая игра не сможет заставить вас криповать от Валли. И даже геймплей тут, если отключить автобой, не такой уж и пососный. И уворачиваться надо, и эпично ультить, хилерами бафов наваливать, танками отвлекать врагов на себя. Но надолго тут залипнуть могут только безумные фанаты Диснея, которые готовы тратить столько времени и ресов, чтобы прокачать миллионы параметров их любимчиков. Jurassic World Primal Ops технически вышла в Google Play, но пользователи Ru региона ее в сторе не найдут, а на TapTap — пожалуйста. Жанр для проекта выбрали интересный. Я ждал какой-нибудь очередной паркостроительный симулятор, а получил топ-даун шутер. По сюжету мы играем за специалистов, которые спасают динозавриков, сражаются с мародерами и так далее.
По факту мы просто проходим короткие линейные миссии, отстреливая гадов и выполняя всякие поручения. Я просто последние фильмы не смотрел и уже вообще не выкупаю, что происходит по лору мира юрского периода. Прикол игры в том, что тут надо не только стрелять, но и призывать на поле боя динозавров. Потому что, очевидно, уже каждый, блин, человек легко устанавливает бета-связь хоть с велоцираптором, хоть с Т-рексом. А как такое может быть? Никак. Концепт в целом получился занятный, плюс, кажется, гача — это мой криптонит. Всегда весело открывать хоть диснеевских героев, хоть разных доисторических существ. Правда, прокачиваться тут — это очередное гриндовое веселье. Потрать ресурсы на левелапы Дина и людей, прокачай ранг, лучшее оружие, вот это вот все дерьмо. И у каждой миссии растет требование к мощи твоего отряда. Так что все рано или поздно сведется к гриндволу. Но вы попробуйте, вдруг собирание тирексов — то, что ваша душа давно просит. Плюс на телефонах все еще не так много красивых акшонистых игр про динозавров. Как же любят мобильные игроделы из Азии нагло копировать чужие наработки. Следующая игра Hyperfront — это чистая Valorant. Пока ребята из Riot Games копошатся с трушной мобильной версией, ниша уже занимается кем-то более предприимчивым. И я вот не пойму, мне с чем теперь эту игру сравнивать? Valorant — это же чистые Counter-Strike и Overwatch, а Hyperfront — чистый Valorant. Ну, то есть местная девчонка — это Ханза или все-таки уже рипов совы? Сложно-то как. Тем не менее, геймплей здесь супер кайфовый. Прям трушный экспириенс сражений 5 на 5 с установкой бомбы на пленте. Ну, или десматч, или всяких гонок вооружений. Там уже и в контре полно подобного говна. Самое удивительное, что играется это все максимально удобно. Под рукой кнопки с перками, тихая ходьба и все остальное. Еще жирный плюс игре за графен. Оперативники все лапочки, в окружении деталей хватает, спецприемы бабахают эффектно. Музыку стилевую тоже завезли. Короче, хотел ставить игру ради кека, а прям залип. Каточки короче, чем в ПК-играх подобного типа, динамика на месте, герои потихоньку разблокируются, перки у каждого интересные, хоть и нагло слизанные с уже упомянутых игр. И даже куча баннеров и всякой мобильной фри-то-плейной шушеры вообще не мешают. На геймплее же влияние ноль, ботов разве что поначалу много, но даже их научили мимикрировать под игроков. Теперь все хватают ножи со старта и дубасят стенки. Короче, если любите мобильное PvP, мой рекомендансион. В текущей игрой ситуация не очень понятная, но зато это будет очень мягкая подводочка к следующему тематическому паку игр. В гугле Paco Highway я найти смог, но в TapTap она находится в разделе демок и тестирующихся игр. И даже, блин, в самом приложении написано, что оно находится в разработке. Что в Paco Highway по геймплею? Ну, по сути, это раннер ток с машинками. Никаких миссий, целей, просто выбираешь трассу, тачку и погнали кататься. В заезде надо обтираться об машины, копить нитро и сносить все к чертям. За сбитые машинки увеличивается таймер заезда, потому что если время кончится, тачка сделает бум. Тащит в этих, так сказать, гонках приятная картинка и очень кайфовые две синтвейв станции. С музыкой почеловее и подинамичнее. А главный ваш мотиватор залипания — большое количество тачек и их символическая прокачка. Недавно в рефанде Глеб за подобную игрушку бабки вернул, а на телефонах-то и возвращать нечего, приложение бесплатное. Да и в целом норм проект для коротких сессий гоночного залипания под ништячное музло. А вот теперь переходим к ранним доступам, которые можно добыть только в TapTap. Дамы и господа, встречайте ZOS Final Hour. В Азии выпускают просто дохренища разных шутеров, которые то под классические PvP косят, то под ММО, то под тарков. Выглядят все одинаково, но геймплей местами дарит новый мобильный опыт. ZOS как раз из таких. На первый взгляд перед нами обыкновенный зомби-шутан. Высаживаешься на карту, отбиваешься от монстряков, собираешь какие-то кровавые кристаллы и эвакуируешься. Концепт в целом рабочий, но скучноватый. И поэтому в ZOS добавили соревновательность. Вместе с вами на поле боя высаживается еще десяток человек с той же целью — собрать образцы крови и свалить. Вот только кристаллов на карте на всех не хватит, а значит рано или поздно придется воевать. Уже немножко Hunt Showdown получается. И вот как PvP-проект ZOS уже становится интереснее. Все начинают меситься, эвакуирующиеся на вертолете палят место посадки, все туда сбегаются, дерутся, забирают кристаллы. Короче, прикольная заруба. И еще после смерти можно нагадить выжившим в роли зомби. Гонять, кстати, можно не только в соло, но и с другом. Поэтому, если у вас есть мобильные энтузиасты PvP-шеры, то залетайте в ZOS, пока тестирование не кончилось. Ну или ждите релиза. Продолжаем копаться в демках и ранних доступах. Помните, у нас как-то был бум на странный мультиплеер по завышенным ценам, который очень быстро умирал? Всякие Bleeding Edge, Rocket Arena, Destruction All Stars. Знаете, что им было нужно? Просто выйти на телефонах. Потому что Rebel Riders прям типичный представитель подобных мультиплеерных игр. Типа дерзкий молодежный стиль. Мужик-анонсер на фоне с бархатистым голосом. Граффити, спиннеры на загрузке, кайфовое музло и какой-то свой дофига уникальный сеттинг. Я местами аж кринжевал от этого заигрывания с молодой аудиторией. Но геймплей тут прикольный.
Фишка в том, что сражения происходят на машинках, мощных танках, взлетающих тачках, юрких мотоциклах. Каждый транспорт имеет уникальную атаку и спецприем. Режимов тоже навалили стандартную кучу. Deathmatch, сбор монет, мини-батл-рояль. Короче, почти все это видели. За счет того, что сессии короткие, и ты буквально можешь достать мобилку, залететь на пару матчей и пойти заниматься своими делами, формула работает. И судя по высоким оценкам игроков, а я напомню, это пока бета, а не релиз, Rebel Riders может прожить дольше, чем упомянутые мною в начале неудачники. Следующий проект из раннего доступа попал прямиком в мое сердечко. Ну вот не хватает мне человых крафтерских залипух на мобилках. И Cozy Islands, на первый взгляд, четенько попадает под мои нужды. Внешне игра очень похожа на Animal Crossing, наверное, за счет специфического прокручивания мира, конечно, с долей анимешности. Ну и, собственно, все, что нам нужно здесь сделать, это собирать ресурсы и крафтить штуки. Пока контента в демке прям маловато. Свободно строить ничего не дают, а на заготовленный дома пирс нужно прям дофига хлама. Хорошо, хоть деревья и камни регулярно спавнятся на локации. Правда, нахрапом весь контент не проглотить. К Cozy Islands нужен особый человый подход. Когда вы пару раз за день пылесосите пространство и потихоньку обживаетесь. Жирный минус у игры — необходимость ждать крафта сложных ресурсов и тратить коробки с инструментами на строительство. Их можно получать от барыги в обмен на собранное добро, что опять же увеличивает время ожидания респауна объектов на локации. Но в целом я от геймплея кайфанул и прям жду полноценного релиза проекта. Еще одно приложение в бете, которое меня очень сильно удивило, это Карамон. Я просто до кучи установил игру, а получил крайне годную такую олдскульную пиксельную JRPG-шку про покемонов. Только тут они карамоны. Играть нужно за новенького агента-тренера, которому выдали покеболы, то есть спиннеры, опять кринж, и отправили ловить карманных монстров. Потому что, естественно, только наш желторотый герой может разгадать тайны загадочной сферы сущности Титана. Здесь очень много болтовни, разных персонажей и сюжета, за которым даже приятно следить. Плюс игры уже в демке завезли полноценный русский перевод. Основная акшоновая часть — это пошаговое сражение покемонов с выбором атак и бафов. Тут даже работает система камень-ножницы-бумага. То есть для максимальной эффективности надо подбирать правильных зверьков под конкретных врагов. В целом, Карамон выглядит как проект, который можно было бы прям купить и наслаждаться. В бесплатной демке каких-то жадных донатных механик я за время знакомства не выявил. Даже интересно, останется ли Карамон на релизе такой же милотой или превратится в деньговыжимательное говно. Но пока впечатления исключительно положительные. Смело рекомендую ознакомиться с демкой. Ну и третий тип игры стоп-тап, о котором я хотел вам рассказать, это эксклюзивы площадки. Начну с лайтового, но очень необычного приложения Sunless City. По факту это смесь кликера и чего-то типа тайкуна. У нас есть разрушенный город, погасшее солнце, звезды в качестве валюты и возможность восстановить поселение. Кликерность проявляется в том, что мы можем тыкать по экрану для ускорения фарма звезд и прокачки параметров для получения большего количества валюты. Тайкунность в открытии построек, очистке завалов и размещении новых зданий. Последние, к слову, относятся к разным странам. Из США вы можете установить, конечно же, МакДак, а из Кореи — милые домики и торговые центры. Интересная фича — в зданиях временами можно послушать кусочки рандомных историй. Где-то Хиккан боится признаться в симпатии продавщицы, а где-то чувак страдает от гиперопеки родителей. Ощущение, будто немножко подсматриваешь за чужими жизнями. В общем, получилась очень необычная и релаксирующая времяубивалка. Сразу скажу, что это не тот проект, за который ты садишься и прям играешь. Тут надо ждать, пока здания исследуются, пока завалы расчистятся, пока звезды нафармятся. Но залипать сюда время от времени, запуская фейерверки, включая дождь и расставляя новые красивые домики — очень приятный опыт. Следующий эксклюзивный проект удивил меня очень приятной графикой и кайфовым геймплеем. Flash Party — это трушный броулинг в духе нинтендовских Smash Bros. Довольно мало проектов такого жанра встречалось мне на мобилах. Ну и в целом про игровой процесс рассказывать особо и нечего. Это ж броулинг. Берешь персонажа с уникальным набором приемов и идешь на арену меситься хоть тет-а-тет, хоть кучей малой. Грамотно комбинируешь атаки, заполняешь шкалу нокаута соперника и сбрасываешь его в пропасть. Играется на удивление очень приятно. Персонажей тут куча, жонглируют врагами каждый по-своему. Правда, собирать их придется через прокачку профиля и лутбоксовую гачу. Ну и левелапы героев с влиянием на характеристики подбешивают. Хотя, опять же, какого-то нечестного преимущества у соперников я пока не встречал. В общем, кроссевое, бодрое, разнообразное. Рекомендуемое для любителей вот такого вида PvP. Atacus Adventure — это очень странная, но безумно веселая игра. Геймплейно это скорее визуальная новелла с небольшими вкраплениями point-and-click'а и всяких мини-игр. Весь смак кроется в сюжете, диалогах и юморе. Играть нам предстоит за настолько социально неадаптированного хикана, насколько это возможно. Основная цель героя — это наконец познакомиться с девчонкой, но весь его путь будет состоять из кринжа, обломов и максимально долбанутых ситуаций.
Ну а как еще может быть в игре, где все начинается с мини-игры по обоссыванию туалета, а одна из концовок — смерть от ожидания девчонки, которая на плохом свидании ненадолго вышла срочно позвонить? Знакомство с остальной абсурдностью я оставлю вам. Игра на самом деле не самая длинная. Прохождение займет от пары до 4, ну может 5 часов. Зависит от вашей заинтересованности и желания увидеть все концовки. Но и стоит приключение атаку всего 3 бакса. Зато русский перевод в наличии. От следующего проекта я оторвался прям с трудом. Tales of a Neon Sea — это квест старой школы. Играть мы будем за частного детектива Рекса, который столкнулся с серийным убийцей. Вас ждет куча событий. И классический WTF момент, что я здесь делаю в начале. И неделя радио. И убийство старушки, и странное поведение было послушных роботов. И проблемы отношений людей, железяк и аугментированных индивидов. И котики. Короче, полный фарш. Геймплейно, как я и сказал, это типичный квест, где нам придется много бродить, изучать окружение, болтать, практически point-and-кликом искать предметы, осматривать места преступлений и решать хренову гору головоломок. Причем не только за детектива, но и за его котика. Помимо интересной истории, тащит игра офигенной пиксельной ретро-киберпанковой картинкой, атмосферным саундтреком и всякими прикольными поп-культурными отсылками. Спойлерить сильно не хочу, просто берите, качайте и играйте. Только имейте в виду, что, к сожалению, русского языка здесь нет. Но средний уровень английского вполне позволяет со всем разобраться, а на крайняк всегда есть переводчик. Казалось бы, но разве может заинтересовать еще одна очередная игра про PvP-зарубы с закосом под Overwatch и внешностью Fortnite? Да. Ну, либо я стал совсем поехавший с этим вашим мультиплеером. Тем не менее, T3 Arena, эксклюзив TapTap, который держится в топе уже пару месяцев, заходит мобильным игрокам и мне в том числе. С точки зрения игровых механик тут ничего особо нового. Есть герои с уникальными оружием, перкой и ультой. Ну, как уникальными? Вот эта деваха чистый Кэссиди. Вот этот чувак рискин Уинстона с щитом Рейнхарда. Тут у нас смесь ангела с Дзиньятой, а тут аналог Трейсер. Короче, вы поняли. Фанаты Overwatch в Т3 будут чувствовать себя как рыба в воде. С режимами тоже все очевидно. Всякие десматчи, каждый сам за себя, захваты точек. Меня игра зацепила тем, что это все-таки немножко мобильный Overwatch, а Over я люблю. Короткие матчи позволяют ненадолго отвлечься от дел, но и герои открываются постепенно. А потому геймплей регулярно освежается новым лицом и набором приемов. Из минусов, Т3 Arena — это еще один мультиплеер, где прокачка героев влияет на их статы. То есть реально накидывает циферки хп или урона. Пора это прям законодательно запрещать. Но то ли матчмейкинг тут толковый, то ли апгрейды слишком мало очков наваливают, однако критических проблем я где-то за неделю ненапряжного залипалова не встретил. Так что смело пробуйте, если вам мало было в выпуске мобильного PvP. Думаете, с предыдущей игрой закончил с мультиплеером? А вот моя рубрика «Чё хочу, то и делаю». А потому царем и главным достоянием сегодняшнего ролика будет Apex Legends Mobile. Кажется, самый триплейный из всех мобильных батл-роялей. Потому что игру реально смогли один в один перенести с ПК и даже навернуть немножко своих фишек. Для тех, кто не то что в танке, а в бункере, напомню, что Apex — это героический батл-рояль. Куча человек прыгает на поле, в живых должна остаться только одна команда. У каждого героя есть свой набор перок, а решает в первую очередь здесь тимплей. И на телефоне все это, во-первых, выглядит очень достойно, а во-вторых, играется супер. Никакого дискомфорта я не испытал после сотен часов ПК-шной и консольной Apex. Причем мобильная версия игры не просто калька с больших платформ. У нее есть свой путь. Помимо батл-рояля добавили, например, расширенный тутер, челленджи на стрельбище и всякие классические сетевые зарубы, типа десматча. Сейчас вот еще взлом доступен. И пул героев здесь отличается. Известные лица появились не все, возможно, не каждая легенда хорошо совместима с тач-управлением. Но есть и новые, эксклюзивные лица. Например, чувак, который принудительно отправляет врагов в пустоту. Или деваха с огромным щитом, сквозь который не работают просветы. И дальше, судя по заверениям разрабов, уникальностью мобильной Apex будет только больше. Потому что в целом телефонная версия реально эталонная штука, в которую, если вам так же нравится жанр, как мне, хочется залипать и залипать. Единственный минус, я точно знаю, что в Ру-регионе с Apex Mobile проблемы. Но через TapTap ее как минимум можно скачать, а вот дальше, вероятно, понадобится небольшая помощь VPN. Зрители из Казахстана, знаете, что тут все работает спокойно. Фух, ну на этом все. Накидал вам свеженьких и очень разнообразных вариантов, доволен. Ну и надеюсь, приоткрыл глаза на то, что мир не вертится вокруг мастодонтов в лице Google и Apple. Есть на телефонах альтернативы со своими очень приятными плюшками. В том же TapTap еще можно предрегистрацию на будущие проекты делать, и там столько всего интересного. Обязательно еще вернусь к этой теме.
А пока призываю вас спуститься в комментаторскую зону, прожав по пути лайк с подпиской, и рассказать, пользовались ли вы альтернативными сторами. И самое главное, предлагайте темы для видосов о мобилках, которые интересуют вас. Я же пойду сыграю еще пару каточек во всех PvP-шных играх и буду готовиться к следующему выпуску. Еще услышимся на StopGame.ru.